Улыбайтесь. Улыбка способна растопить любой лед. Добрый день, друзья. Сегодня пятница. А это значит, на Видеофантазии снова премьера интересного видео. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь, говорит один известный персонаж. И действительно, улыбка способна творить чудеса. Поэтому неудивительно, что земляне ежегодно в первую пятницу октября отмечают такой праздник, как Всемирный день улыбки. Кстати, у праздника даже есть свой девиз. Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке. Улыбке посвящено много стихов и рассказов. Мы тоже предлагаем послушать вам красивую притчу в канун этого замечательного праздника. Шел демон, жаждущий забрать чью-то душу. Обычно демоны забирают души, вводя их в уныние. Этот был не исключение. Увидел демон девушку, которая стояла и улыбалась. Демон подошел к ней и спросил: «Почему ты улыбаешься?» «Я счастлива с моим любимым. Я жду его, скоро он должен подойти», — сказала девушка. А надо сказать, что демоны, как и ангелы, умеют управлять событиями. Демон махнул рукой и разлучил девушку с любимым. Девушка улыбнулась. Демон удивился: «Почему ты улыбаешься? Я разлучила вас». Девушка ответила: «Ты разлучил нас, но ты не забрал счастливые воспоминания, за которые я благодарна ему». Надо сказать, что демоны, как и ангелы, умеют не только управлять событиями. Демон снова махнул рукой и отнял у нее память. Девушка улыбнулась. Демон опешил: «Я отнял у тебя память. Ты не знаешь, кто ты, не помнишь любимых людей. Почему на твоем лице улыбка?» Девушка ответила: «Я не помню, кто я не помню близких, но я могу обрести их заново почувствовать любовь. Это прекрасно, обрести новые чувства». Демон разозлился: «Вот в чем дело, чувства». И он отнял у девушки способность чувствовать, сделав ее сердце холодным и равнодушным. Она улыбнулась. «А теперь что?» – вскричал демон. «Я не чувствую ничего. Я улыбаюсь потому, что никто мне не сможет теперь сделать больно», – сказала девушка. Демон посмотрел на нее, снова махнул рукой и отошел. А к девушке подошел ее любимый, обнял за плечи. «Спасибо, милый, а то вдруг холодом каким-то повеяло. Тебе не кажется?» – прошептала она. «Мне кажется, что твоя улыбка растопит любой лед», – ответил юноша. Девушка улыбнулась. Он поцеловал ее. Взявшись за руки, они пошли по аллее. Вслед им глядел демон. «Надо же, оптимистка! Ладно, на мой век полно других отчаявшихся», – пробурчал демон и пошел искать другую жертву. «Что бы ни случилось в жизни, не отчаивайтесь. Как бы ни был силен демон, охотящийся за вашей душой, не позволяйте ему вернуть вас в бездну уныния. Улыбайтесь, ведь ваша улыбка растопит любой лед». У нас для вас есть еще много интересного и полезного. Всего-то надо подписаться на наш канал.